Слышь, ты директора не видел, а? Я тебе серьезно спрашиваю, ты директор не видел? О! И сюда, давай, давай, no running in the holes, давай. О, 15 секунд. Накажи меня еще, директор. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем играть Baldi's Basics in a little bit of everything. Модификация, наверное, самая масштабная модификация из всех, которые я видел на Baldi. И у нас тут есть достижение. Когда же ты уже, падла, научишься такая? Так он, наверное, уже это скажет в сотый раз, потому что 99 секунд наказания. Нужно получить 99 секунд наказания. Ну, то есть нужно, чтобы он тебя наказывал постоянно. Нужно вот прям бегать, понимаете, бегать за директором и говорить: накажи меня, мое директорское высочество. Вроде бы это легко, вроде бы что может пойти не так, но, ребята, мне с этой модификацией всегда очень сильно везет. О, звонок. Ну, это я пока, наверное, его... Пока я его сброшу, пока что мне не до звонков. Что-то как каждый раз вот начнешь только, да, записывать, и обязательно вот что-то в этом роде произойдет. Уже не впервой. Так, у нас стоит мод 42 по-прежнему. То есть я по-прежнему, в принципе, могу... Так, подождите. You did great, come here and get... я по-прежнему могу, в принципе... Стоп. Да не туда, подожди. Отвечать правильно на третий вопрос, и, соответственно, Baldi за мной гоняться не будет. Одной проблемой меньше. То есть, я считаю, такие достижения нужно получать, когда вот Baldi тебя не трогает. Это намного проще, веселее. Так, давай, один. 42. Все, вуаля. Блокноты можно больше не собирать. Ну, как бы, может, и можно собирать, но я думаю, смысла особо нет. Мы же с вами пытаемся... О, накажи меня, великий директор! Да, у нас такая цель, поэтому давайте мы, наверное, пойдем. Давайте мы, знаете, что сделаем? Если получится, если мы вернемся сюда, то, наверное, надо будет сгонять вот яблочко, попробовать отдать Baldi в то время, как он стоит. Мне вот просто интересно, как оно получится, не получится. Поэтому я возьму крюк на всякий случай. Директора ищем. Директорство. Ходячее, с пальцем. Где ты находишься, скажи мне? Товарищ. Не, ну, серьезно. Он же должен где-то уже... Вот, понимаете, когда он нужен, его ни хрена нигде нет. Вот. Ой, протечечка пошла. Прошла протечечка, да? Так, давайте мы, наверное, немного подымем себе здоровье. Выносливость, здоровье, все дела. И надо все время бегать. Все время бегаем по школе, ждем директора. Бегаем по школе, ждем директора. Ждем директора и бегаем по школе. Вот такой вот у нас план. О, ну тебе повезло, что вода выше не поднимается. Захлебнулся бы, пидорас лысый, да? Это хорошо, по крайней мере, что вот так. Где? Слышь, ты директора не видел, а? Я тебе серьезно спрашиваю, ты директор не видел? За... О! И сюда, давай, давай, no running in the holes, давай. О, 15 секунд, спасибо тебе, да. Да, накажи меня еще, директор, накажи меня своим... Нет, эту фразу не надо. Эту фразу не надо произносить, я ее не произношу. Так, смотрите, 2-1-0, все, выходим, сразу же ищем его, бьем. А! Так. Директор! Куда ты директора мне забрал? Мудень ты! Анальная ты палка! Где директор мой? Директор, отдай мне! Я не знаю. О! Все, давай! 20 секунд! Так, 99? Это по 5 секунд, что ли, будет прибавляться? Серьезно? Господи, я с ума сойду здесь! Да нахрен это надо! Да ну, директор! Слушай, товарищ директор! Может быть, ты и сразу на 99 секунд меня оставишь, нет? Чуть сложно, что ли? О, ну он, по крайней мере, далеко не убегает, это уже радует. Так, ты вот где-то здесь вот шляйся, пожалуйста. Вот тут неподалеку шляйся, дал со своей открытой хлеборезкой. И далеко не уходи, говорю. Далеко не уходи, говорю, придурок. Куда к вам пошел? Я не знаю, куда он пошел. Я не знаю, куда он пошел, ходит где-то постоянно, мразь. Так, ладно, давай, 9, 8, 7, 6, 5, господи. Ой, 90... Это будет и 30, и 40... Господи, я так долго проведу здесь... Столько времени я здесь в жизни не проводил, как наверное, я проведу, если попытаюсь это сделать. Это ужасно. Вы знаете, этот директорский кабинет станет моим вторым домом, наверное. Сюда иди, мразь! Давай, 30 секунд ты мне должен, правильно? 30 секунд, вот уже пошло. Уже треть мы достигли. Так, телефон я, наверное, пока отключу, чтобы мне никто не названивал. У меня ж тут важное дело, я в директорском кабинете сижу, понимаете? Когда сидишь в директорском кабинете, это... А вот тебя мне не надо. Вот тебя мне...
Мне нравится, он спокойно заходит в кабинет директора. Слышь, директор, ты не хочешь никого наказать? Чё ты... Этот еще, блин, голубец прикопался ко мне. Жорж Майкл. Где ты, Элтон Джон, блин? Где ты, директор? Ты накажи всех этих пидрюков мелких. Чё ты только меня-то наказываешь? Не, ну меня тоже накажи. Всех нас накажи. Накажи нас всех, директор. Да, давай. Не, серьезно, а как его найти? Там двери закрыты вообще-то. Я не знаю. Все, пошел нахер. Да иди ты. Вот, правильно. Заходишь в кабинет, и малой тебя не может убить. О! Сюда иди! Сюда иди, баран! Но у раненых дохол. Все, вот правильно. 35-34, давай. Ну сейчас же эта мелочь-то пузатая просыт, что я здесь сейчас придет со своим пенсилем, блин, наперевес просто, а. Так, 25, 24, 23. Ага. Ну да, это такая, знаете, у нас медитативная немножечко серия, в каком смысле, да, посидеть, подумать, помечтать. Вот видите, 13 секунд, 12 секунд у нас здесь надо, чтобы помечтать. Вот дурдом. Швабра там насилует всех подряд. 4, 3, 2, 1. О, пуск. Так, поехали. Да ну, вот, он свистит, он свистит. Где свистит этот мудак? Где он свистит? Он же где-то свистит, правильно, я слышал свист. Это он! Это он, наш директор, наш гандон. Так, давай, где-то там. Ну, тут этот ходит. О, пенсильбой потерял пень. Иди от меня. Уйди от меня, мразь. Я тебе говорю, уйди от меня. Отстань, отстань. Тебе серьезно или вообще не хочу тебя... О, вот, молодец. 40 секунд, поехали. Так, 40 секунд, ребята. 33, 32, 31. А вот это хорошо, вот это я понимаю. Уже мы прошли почти половину. Еще так осталось раз, так, блин. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Господи, это будет длинная история, ребята. Я вам должен сказать, что я тут сойду с ума в этом кабинете. Я тебе все стены обоссу от скуки, директор. Не знаю, что у тебя еще тут можно делать. Это ж кошмар. Ну, мне хотя бы директор там скажет, что что-нибудь особенное на 99-й секунде. Интересно. Ну, например, ты самый непослушный мудила, который я когда-либо видел в этой школе. Там. Что-то в этом роде хотелось бы услышать. Ну, по крайней мере, я его быстро нахожу. Это уже радует. Это уже радует. Тут, может, скоро дойдем до 50 секунд, потом еще минуту тут посидеть, повтыкать. Это будет прекрасно. Ну, ладно, ладно. Почему бы и нет, Playtime? Почему бы и нет, да? Я даже согласен. Сейчас я даже согласен. Поиграем с тобой по полной программе. Все, давай. Так. 23, 22. 20 секунд еще надо. Вот, блин, если Playtime будет приходить, будет хоть как-то повеселее, знаете? А вот если пенсильбой будет приходить, будет не весело. Я, конечно, понимаю, что тут мало чем можно заняться в этом кабинете. Кстати, где Санс? Я помню, я находил тут Санса один раз. Но сейчас его нет, он рандомно появляется, а вот от чего это зависит, я честно не знаю. Так, ну что, бегаем, да? Бегаем, ищем приключения. О, все, он меня увидел. Оно меня нашло. Директор? Там директор, нет? Сзади. Я слышу. Да блин! Ты видишь, что вот из-за тебя мы директора пропустили? Директор, он должен был увидеть, что я шалю. Да, господи. Ой, блин. Ну, вот и где его теперь перехватывать, а? Куда он побежал, директор? Туда, туда, я ж не знаю. 100, 97, 90. Этот придурок тут ползает. Директора видел, а? Слышь? Ты его обнимал, нет? Тискал его за его упругие директорские ягодицы. Вот как потискаешь, скажи мне. Потому что я должен знать, где эта мразь. Там кто-то отчет какой-то ведет, музыка играет, пердит-то швабра. И все одновременно, понимаете? О, пошли двери какие-то. Ну, давай, может, угу. Все, до свидания. Так, я в ловушке, по-моему, да? Блин, вот, понимаете, все затягивается. Уже могли бы тысячу раз бы директора увидеть, если бы не этот, не эта девочка эта сраная со своей скакалкой. Она тогда мне не позволила получить мою дозу наказания, блин. Заслуженную. Ну вот сейчас еще этот мудак мне помешает. Ну, что, куда ты меня тащишь? Вот туда вот и иди, правильно. Там тебе и дорога, там и сиди. Козлины. Вот это обязательно вот надо подзападлить же. Вот это вот никак же без этого, да?
прям жизнь, она не мила, если так себя не вести. Ну все, ну слава тебе, Господи. Нашел. Нашел меня, роднулька. Роднулька ты моя с открытым ртом почему-то постоянно. Я не знаю, я тебе уже туда не только муха, тебе уже туда Боинг должен залететь, мне кажется, давным-давно. И, возможно, пенсиль-пенсиль-бой. Ну, это ладно, об этом не будет. Ой, отлично, 60 секунд, ребята. Набил уже минуту целую, уже минуту целую мы тут будем сидеть. Достижение. Целую минуту, давайте. Он любит летать и ненавидит огонь. Клаудикоптер. А какого хрена он делает здесь? Мне просто очень интересно. Здесь нет огня и летать здесь особо негде. Объясните мне кто-нибудь. Ты что тут ходишь, а? Что тут вот эта твоя башка эта круглая тут ходит постоянно без конца? Почему так? Так, давайте. Отыгрываем реалистичное ожидание в кабинете директора, да. Нам так скучно. Ой, блин, ну ёперный театр. Мне правда скучно. Мне правда скучно, ребята, помогите. Ну, понимаете, что мне надо до 99 секунд дотянуть? Это мне сейчас еще 65 секунд тут отсидеть. Потом 70, потом 75, 80. 85. Охренеть, это займет до херову тучу времени. Это главное, чтобы меня еще пенсильбой не зарубил тут до смерти. Иначе все сначала начнется. Где это? О! Ты вовремя. Ты вовремя, товарищ. Давай. О! Все, быстрее, чем я думал, слава богу. Ой, слава богу, это быстрее, чем я думал. Все, да, на сегодня мы закончили, ребята, игра меня вымотала. Давайте отсидим, уже отсидим срок, нам осталось 80 секунд. Это, знаете, такой побег из Шоушенка, типа, будет. Блин, а я думал, вот мне еще по 5 секунд это все терпеть, я бы охерел. Не, слава тебе, Господи. Разработчик догадался, что достижение получить, это, конечно, штука хорошая, но... Говнюк. А, так вот, но это все-таки не настолько важное достижение, чтобы провести за ним столько времени. Давайте, наверное, еще знаете, что попробую сделать? Раз уж мы довольно быстро справились с этим совсем, я еще пойду попробую все-таки за яблочком сходить. Ну, мне просто любопытно, мне интересно, как бы, если яблочко отдать Балди, пока он там стоит и яйца чешет, он будет его жрать или не будет, или как вообще будет? Как вообще будут развиваться события? Опа! Так, хватаем. И теперь возвращаемся обратно. Давай, Балди, пожри прям от души просто так. За обе щеки нахрумкой яблочко я тебе принес. Ну, я не знаю, он возьмет или нет вообще. Балди на диете. Балди на диете, ребята. Балди решил, что у него сильно жирная жопа. Ну, это как бы яблоко, это диетический продукт. Ну, ему, видимо, он... Он пошел на режим голодовки, да. Балди, к сожалению, сейчас отдать яблоко нельзя. Ну все, эту тайну мы выяснили. Давайте на этом заканчивать. Посмотрим, кстати, да. Yes, давай, yes, замечательно. Смотрите, как я равномерно-то поймал прям морды на одном уровне. Ехтрас. Нет, не Ехтрас, меню. А, что-то надо. Achievements. Та-да-дам, вот она, понимаете? Получил. Мне осталось еще собрать что-то 30 блокнотов в бесконечном моде. А это, кстати, легко тоже будет сделать. Мод 42 входишь, отвечаешь правильно на все вопросы Балди, 30 блокнотов, нормально. И он тебя не тронет. О! Это я тоже, я даже не знал, что я получил вот это вот когда-то. Заруби пенсиль боя пенсилем. А, ну было дело, да, было дело, когда-то я это сделал, по-моему. Крипер, вот не знаю, что за крипер. Получи 99 и... Гейм-овер экранов? Ни хрена, не, я на это не готов, ребята. Вот это достижение я вряд ли получу, мне кажется. Ну ладно, давайте на этом пока заканчивать, там видно будет. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.